Сегодня утром мы проснулись под офигительными деревьями, старыми такими липами, что ли, не знаю, в окружении огромного количества детей и улыбающегося взрослого. Мы всю ночь ехали куда-то по, ну, вы знаете, по ужасной дороге, как всегда. А потом нам надоело, мы решили, что надо где-то встать на ночевку. И мы увидели сворот вправо, как всегда, поехали по нему. И оказались, я так понимаю, это площадка дома чего-то. Поляна типа какая-то. Вот. И прямо ночью тут поставили палатки, а утром нас тут окружает огромное количество детей. С соседнего дома пригласили нас позавтракать с утра. Большое спасибо им за это. Мы не стали отказываться, потому что сходить в гости всегда приятно, пообщаться. Сзади нас сопровождает, где огромное количество детей. А, вон. Красивая девчонка маленькая. А тоже москвичка она. Любезно хозяин предложил нам очень вкусный мед собственного производства. Где-то там пчелы, мы их еще не видели. Хозяин. А хозяин, оказывается, военный. Это первый военный, которого мы встретили. Причем не просто военный, а майор. В 28 лет. А можно про жену рассказать? С женой познакомился в интернете 4 года назад. И у них уже дочке 3 года. Представляете, как все быстро происходит. Вот так и надо. Дети, которые нас с утра разбудили, вот они здесь все собрались. Скажите привет. 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 О, привет. Да, все уже научились. Почему-то на русском не говорят, очень странно. А у вас школа есть? Школа. Ты ходишь в школу? Да. А русский язык изучаешь? Да? Учи лучше, чтобы разговаривать можно было. Ну вот так вот. Вон еще девчонки стоят. Они, как всегда, скромные. Так что вот сижу с ними, читаю новости. Трудом уговорили, что поесть всем, а то мы сидим и вот кушаем вдвоем, нам аж стало как-то неприятно. Сейчас все кушают, сейчас все хорошо. Мы закончили наше, не знаю даже как назвать, чрево изобилия, наверное, даже так. Нам тут уважаемые люди еще приходили, пообщались, но я не стал снимать уже. Вот вся наша компания, с которой мы сидели, разговаривали. Да, вот так вот, вот так совмещается. Ну, здесь солнце не очень видно. И вот симпатичная малютка, но я не буду есть. Мы продолжаем утомительное движение.